Сегодня в Москве губернатор Андрей Никитин вручил президенту компании «Транснефть» Николаю Токареву почетный знак Новгородской области за благотворительность и меценатство. «Транснефть» принимает активное участие в социально-экономическом развитии региона. Соглашение о сотрудничестве между компанией и регионом было подписано в 2017 году. За это время оказана серьезная финансовая поддержка социальным учреждениям области. Так, в 2018 году при финансовой поддержке «Транснефти» закуплены школьные автобусы, отремонтирована кровля школы в Пестове. Также приобретены автомобили скорой помощи и медицинское оборудование для ряда больниц. Во встрече приняли участие также вице-президент компании Михаил Маргелов и исполняющий обязанности ректора Новгородского государственного университета Юрий Боровиков. Компания «Транснефть» – один из крупнейших и налогоплательщиков, и работодателей, и, что очень важно, благотворителей в нашем регионе. При поддержке компании ремонтируются больницы, строятся новые классы в школах, создается современная качественная среда для людей, и это заслуга руководителя компании, ну и, конечно, всех сотрудников, поэтому регион такое решение принял.